Здравствуйте! В эфире телеканала Десна ТВ Новости, в студии работает Ксения Лошкова. Главные темы этого выпуска. В Десногорске определили лучший орган территориального общественного самоуправления. Правильно яму выкопать определенной глубины и с душой посадить дерево. И попросить расти, и попросить, чтобы оно расти. Вот самый главный секрет. Ну, потом понятно, что полить и ухаживать. Самые маленькие жители Десногорска отпраздновали День Победы. В Десногорске подвели итоги ежегодного конкурса среди органов территориального общественного самоуправления. Лучшим стал ТОС 4-го микрорайона «Уютный двор». Награждение победителя прошло 30 апреля. Поэтому, Елена Петровна, поздравляю. Спасибо. У вас все еще, как говорится, впереди. Спасибо. То есть здесь будет сад и лес. В качестве подарка администрация города решила помочь жителям 7-го и 8-го домов в озеленении дворовой территории. В этих целях им было подарено 6 туй и саженцы сирени. Деревья станут дополнением аллеи, заложенной жильцами ранее. Нам очень помогает наша управляющая компания «Саис-сервис». Они также участвуют в нашем благоустройстве и озеленении. Они посадили 10 лип, продолжили аллею, которая вот у нас была в прошлом году посажена, позапрошлом. В посадке деревьев также принимали участие глава города Андрей Шубин, депутат Государственной Думы Ольга Окунева и секретарь Десногорского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Новиков. Правильно яму выкопать определенной глубины и с душой посадить дерево. И попросить расти, и попросить, чтобы оно расти. Вот самый главный секрет. Ну, потом понятно, что полить и ухаживать. Для жильцов эта посадка деревьев уже четвертая. Все предыдущие попытки заканчивались одинаково. Неизвестные спиливали и ломали саженцы. Теперь у жителей появилась надежда на сохранение аллеи. Вся территория взята под круглосуточное наблюдение. По периметру она оборудована камерами с охватом в 360 градусов. Так, вот эта камера. Угу. Вот она. Вот, а вот мы сами стоим. По словам председателя ТОСа Елены Ледневой, они и дальше планируют улучшать территорию вокруг своих домов и призывают всех жителей города последовать их примеру, благоустраивать свои территории и озеленять город и дальше. В преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы в детском саду «Ивушка» прошло праздничное мероприятие «Мы помним, мы гордимся». Праздничный концерт прошел 28 апреля. В нем принимали участие воспитанники старшей группы «Пчелка». Концерт завершил тематические мероприятия, посвященные 9 мая, которые проходили в саду в течение недели. Совместно с воспитателями и музыкальным руководителем дети подготовили насыщенную праздничную программу. Читали стихи, исполняли патриотические песни и хореографические номера. Так девочками был исполнен танец «Синий платочек» – трогательная история о прощании и надежде. Парад Победы в миниатюре. Так можно описать происходившее в этот день в Ивушке. Открывал концерт торжественный марш, а закрывал бессмертный полк. Два центральных события настоящего парада. Мероприятия, направленные на воспитание любви и гордости героическому прошлому нашей страны, проводятся для детей каждый год. Сохранить историю в будущих поколениях, вырастить патриотичных и благодарных детей – этим целям посвящена важная часть воспитательного процесса малышей. Дети знают, чему учат, какая была война, какой ценой она завоевана, наше счастье. И дань уважения, они понимают эти все слова. День Победы, война, подвиг, медали, ордена. В рамках недели Победы в садике проводились выставки детских рисунков, были созданы уголки памяти и открытки поздравления для ветеранов. Также с детьми проводились беседы о Великой Отечественной войне и даже была организована онлайн-экскурсия на Курган Славы. В конце выпуска о погоде.
5 мая в Десногорске переменная облачность. Днем плюс 16, ночью около плюс 3. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч!